Посмотри. Не, ну зачем такой компьютер? Зачем такой компьютер? Физри Абакаров недоволен работой компании «Втормет». По словам госсекретаря, поставщик привез 70% брака. Внутри некоторых камней имеются пустоты. Сейчас облицовка приостановлена. Извини, но так получилось. Поэтому, если мы сейчас поменяли камень, ты график завтра утром можешь принести? Я в обед могу вам график. Все, завтра в обед приносим график. Если нет, мы с тобой подписываем на штрафные санкции. Некачественные камни будут заменены на материал той же породы и такой же плотности. Этот фонтан станет самым масштабным по площади в России, а это более 5000 квадратных метров. У него будет самый большой водный экран и лабиринт. Сформировали уже контуры самого парка, то есть уже видно, что где находится. Вот, а сейчас уже начали инженера наши проводить все сети, то есть это электроснабжение и фонтаны, в том числе и под архитектурное освещение, там водоснабжением занимаются, то есть были некоторые корректировки по автополиву, так как здесь в соответствии с рекомендациями того же Лорбрига были корректировки. Вот. Ну, после этого начнем уже и благоустройство самого парка. Парк также облагораживают декоративными деревьями, привезенными из-за границы. Сроки его возведения не изменились. Парк Низами Ганжеви планирует открыть этой осенью. Хамза Нурмагомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Дербент.